Начальную военную подготовку в российских школах ведут со следующего года. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас курс на стадии подготовки. С января его опробуют в тестовом режиме, а уже с 1 сентября будут использовать во всех школах. Программа внеурочная, старшеклассники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи. Также планируются занятия по обращению с оружием.